Здравствуйте, ребята. Значит, сегодня хочу попробовать с ежом 40-м, значит, на 10 метров стрельну с рук, естественно, и с открытых прицельных. Но смысл видоса хочу поставить потом кадр в кадре, так сказать. Значит, одна камера снимает там, другая снимает здесь, значит, меня. Пойду я включу ту камеру и начнем отстреливаться. GSB 0,47 грамма. Пули у нас. Сейчас включу ту камеру. Ребята, значит, включили ту камеру. Сейчас я быстро постараюсь. Значит, мишенька на 10 метров, значит, от меня. По вертикали 6,5 сантиметра. И по горизонтали 5. Короче, 6,5 на 5. Сначала будем верхнюю стрелять. У меня, естественно, рука чуть-чуть раз этот как его дрожит. Потому что я вчера чуток катители перебрал. Гоги, не мешай, говорю. Сейчас в нижнюю будем стрелять. В нижнюю мишень. Все, вот такие пироги, ребята. Иж 40. Короче, отстрелялись. Сейчас, значит, вырубаем и эту камеру, и ту, естественно. Все, спасибо огромное за внимание, ребята. Пока-пока. Сейчас посмотрим, как у нас получится этот, как его, ну, видеомонтаж, короче, делать. Какую-то программу я закачал маленькую, посмотрим. Спасибо.